Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джорий и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй. Все понятно, друзья. Внезапно мы вернулись в StarCraft 2. Всех приветствую. Добро пожаловать на канал Game Tactics. С вами Вячеслав. И продолжаем кампанию. Кто не смотрел ранние серии, ссылочка на плейлист будет в описании под видео. Всем приятного просмотра. Так, что там у нас по улучшениям? Мы сами нынче как пираты. Эй, Качинский, у тебя ром остался? Якорь мне... Якорь мне туда. Так, это у нас пехота по базе. У нас тут есть адский шторм. 80 тысяч, ничего себе. По танкам. Ну и цены у вас, ребята. Так. Лаборатория. Адъютант 2, 3, дефис 4, 6, включен. По вашей просьбе я провела исследование проб тирозина. Похоже, что это типичный веспен с весьма необычными органическими примесями. Для чего он может использоваться? Газ определенно влияет на химические процессы в мозге. Думаю, его можно применять в качестве наркотика или стимулятора. Наркотика, говорите? Просто чудесно. Просто бомбово. Так. Ну, в принципе, по улучшениям тоже у нас нифига нету. Это у нас что? С болью в душе я вернулся на разрушенный Айур. Большая часть планеты была по-прежнему заражена зергами. Но останки сверхразума уцелели. Мрачное напоминание о былых поражениях и победах. Понятно. Так, это какие-то образцы у нас. Нужно больше образцов. Нужно больше образцов. Кают-компания, мостик. Так. По миссиям. Выберите планету. У нас есть Гавань, Кархал, Новый Фолсом и Тирадор 8. Несмотря на райские природные условия гавани, ее близость к территории протосов удерживала тиранов от активной колонизации до недавнего времени. Я думаю, по порядку. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одну из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. А может, на них напали протосы. Джин, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Ну, давай проверим. Поехали. Гавань уже близко, но сигналов от... Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией и, похоже, приводят орудие в боевую готовность. Джин, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтара Тосадар, Джеймс Рейнер. Я вершитель Селендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром.
Энтара Тассадар, Селендис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов – это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейнер. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнер. Мы ждем твоего ответа. Офигеть. Защитить колонию или уничтожить колонию? Значит, защитить колонию. Принять в конфликте с протосами сторону тиранских беженцев. Это разозлит протосов, но даст колонии шанс начать новую жизнь. Доктор Хэнсон продолжит поиски вакцины от заражения, что приведет к научному прорыву в изучении зергов вне зависимости от результата. Вот так вот. Плюс 3 очка исследования зергов. И объединиться со старыми союзниками протосами против тиранских беженцев. Доктор Хэнсон сочтет это предательством, зато колония будет очищена от очагов заражения. Протосы согласились поделиться своими знаниями в обмен на... Не, защитить. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Селендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Это правильно. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Сразимся. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарство. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим, воздаятель черпает энергию из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль. Мы их остановим. Итак, приступим, друзья. Надо делать все очень быстро. Есть работа! Колония должна выжить. Я вычислил местоположение протосских нексусов, которые питают щиты воздаятелей энергией. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Так, на пятерочку. Ты у нас будешь на шестерочку. Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протосы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Так, что тут у нас есть? Кабаны, гринаны. Так, ты сюда. Ты строишь дополнительную технику. Работать еще. Достаточно минералов. Давай, 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 ребята, бегом. Так, у нас есть три нексуса. Пристройка завершена. Отлично. Как скажешь. Сейчас пристройки все подтянутся. Завершена. Насобираем сейчас ГСМчиков. ГСМ готов. Побольше. Стройка завершена.
Больше работников, больше бабла. Так, нифига себе. Я вижу воздаятель. Он направляется к базе колонистов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, дурельку по-любому. Есть, сэр. ФСМ готов. Есть. Космопортик нам еще один. Недостаточно минералов. А, елки-палки, давайте ж работайте, а. Что стряслось? ФСМ готов. Готов, космопорт 150, есть такое, строим. Понял. Понял, выполнять. Недостаточно минералов. Давайте, ребята. Недостаточно минералов. Нам еще строить технику. Воздаятель направляется к базе колонистов. А! Чего пугаешь? ТСМ готов. Готовченко, отлично. Так, начинаем первые самолеты строить. Что происходит? База атакована. Да ладно. Отдавим их интеллектом. Нифига себе, какие смелые. Хрен вам. Кого подлатать? Главное, чтобы хватило минералов. ТСМ готов. Работаем, ребята, работаем. А? А, Б. Завожу. Поехали. Так, этих соберем. Завожу. Поехали. Недостаточно минералов. Ну, конечно. Завершено. Конечно, недостаточно, блин. Когда их было достаточно? Сейчас, еще чуть-чуть. Работаем, работаем. Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. Уже заждался. Да я понял. Понятно. Отлично. Получай. Так, отлично. Держимся, держимся. Командир, отряд протосов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Блин. Отряд. Что мне с вами делать-то? Достаточно минералов. Самолеты. Даешь разбой. Попробуем. Хорошо. Попробуем подмочь, если успеем. Завожу. Они обстреливают корабль. Мы все умрем. Да я понял, спешу, лечу. Держитесь. Тут нормально все. Будется.
Я не продержусь в одиночку. Так, хорош. Хранилище, блин. Недостаточно минералов. Спасибо, рейдеры. Мы полетели. Как не одно, так другое. Отлично. Колонисты эвакуировали первые поселения, находящиеся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Нексус уничтожен. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. Я не продержусь в одиночку. Даешь нас бой. Давай бегом в строй, елки-палки, как ж медленно. Я не продержусь в одиночку. Завожу. Поехали. Куда ты пришел? Куда ты пришел? Водив, есть работенка? Да, отлично. Завожу. Поехали. Завожу. Поехали. Я уже заждался. Так, ну что, погнали сюда. Задавим их интеллектом. Скорее в атаку. Кому навешать? Все сюда. Может, поможешь мне? Недостаточно минералов. Так не одно, так другое. Недостаточно минералов. Есть? Протосы добрались до следующего поселения, сэр. Завожу. Поехали. Давай, удиви меня. Даешь на спай. Валим, валим, валим их, ребята. Даешь на спай. Бригады будут. Завожу. Поехали. Так, ну я смотрю, воздуха у нас хватает с головой. Недостаточно минералов. Есть. Так, пошел собирать бегом. Зададим им жару! Недостаточно. Завожу. Поехали. Есть. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. А я понял. Завожу. Поехали. Давайте вздрючьте их, блин. Даешь на спай. Кто на новенького? Даешь. Доктора вызывали? Завожу. Поехали. Отлично. Отлично. Еще один Нексус уничтожен. Не давайте им собрать силы. Да будем стараться. Теперь бы собраться нам всем вместе. Отлично. Завожу. Поехали. Так, отлично. Датчики энергии зашкаливают. Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. Блин, ну я спешу как могу. Что стряслось? Что стряслось? Работать надо. Пути лица. Конечно. Кто на новенького? Завожу. Поехали. Хорош.
Так, собрались, ребята. Даешь разбой. На единичечку. И вперед. Внимание! Обнаружена эскадрилья протосов. Ну, конечно. К поселению колонистов. Конечно. Работаем. Поехали. Войска союзников атакованы. Мы горим! Протосы нас всех убьют! Тихо, тихо, тихо. Эскадрилья, а ну-ка свалила нафиг. Так, я так понял, нам нужно больше машин. Прямо очень много. Недостаточно минералов. Я не продержусь в одиночку. Да, конечно, не продержишься. Чуть не погибли. Сваливайте оттуда вон нафиг. Колонисты успели уйти из поселения. Поехали. Непременно. Так, хорошо. Доктор, смотри, что творят. Я опасен. Так, нет, не эту. Даешь разбой. Завожу. Поехали. Так, ну в принципе у нас ресурсы еще есть. Бегом, марш! Война на пороге. Пробуем взять вот эту вот... Приказы будут? ...тему и двинуть сюда. Завожу. Прочь с дороги! Может быть даже в обход. Еще. Даешь разбой. Я уже заждался. Давай, 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 бегом. Открываем щит. Поехали. Точняк. Эта хрень уже подлетает. Завожу. Поселению, блин. Они почти добрались до следующего поселения. Торопитесь. Завожу. Поехали. Почему бы и нет? Валим, валим, валим. Завожу. Поехали. Давайте, ребята, я вас верю. Поехали. Так, хорошо. Воздух. Теперь все внимание на воздух. Завожу. Недостаточно. Поехали. Минералов. Так, ну, в принципе, думаю, что хватит. Нам бы еще построить хранилище. Точняк. На всякий пожарный. Выкладывай. Щиты воздаятеля отключились. Пора нанести удар. Жон, я опасен. Наносим удар. Так точно. Даешь разбой. Может, поможешь мне? Недостаточно минералов. Давай, 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 еще чуть-чуть. О. Так, ну троечку. Воздаятель переместил наш отряд в подпространство. Но не всех. Скоро наши бойцы вернутся. Ломимся. Я думаю, он такого не ожидал, падла. Недостаточно минералов. Я не продержусь в одиночку. Получи. Они сравняют поселение с землей в любой момент. Уходите оттуда. Даешь
Давай, давай. Изо всех сил. Может, поможешь мне? Ваши войска атакованы. Конечно, атакованы, блин. Валите их. Блин, осталась-то фигня. Внимание! Обнаружена эскадрилья протосов. Она направляется к последнему поселению колонистов. Последняя битва. Так, ну что? Тварь. Даешь разбой. Готова сдохнуть. Даешь разбой. Помогите! Они обстреливают наш корабль! Может, поможешь мне? Я постараюсь. Сдохни. Протосы отступают. Вы победили. Ты и правда талантливый командир, Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Ну, спасибо. Так. Прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться. Освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Это точно. Так, 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 зайдем на мостик. У нас есть новые наемники, исследовательские проекты. И все это отлично, мы будем продолжать. Так что подписываемся, ставим лайки, не забываем про колокольчик. И будьте здоровы, до новых встреч, пока-пока.